Здравствуйте! В эфире программа «Интервью» в студии Светлана Гирлина. В Сергиевом Посаде прошли 5 больших тематических встреч с жителями в рамках обсуждения стратегии пространственного развития города. Диалоги были яркими, интересными и эмоциональными. Изменения ждут и село. Сегодня у нас в студии депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа, директор ЗАО «Полиам-репродуктор Васильевская» Сергей Горячев. Сергей Маратович, здравствуйте! Здравствуйте! Стратегию пространственного развития Сергиева Посада мы уже ждем давно, потому что эти разговоры Сергей Александрович Пахомов с нами проговаривал уже на протяжении последних 5 или 6 лет. И причем у него основной посыл был такой, что мы как депутаты, что администрация района, что должны выступать одной командой. Именно в случаях, когда требуются какие-то проектные решения. И он говорил, мы можем сделать любой проект, но мы не сможем собрать команду. Тогда этот проект умрет. И вот на сегодняшний день создалась именно такая ситуация, когда, помня это, мы на селе, благодаря тем, что у нас появилась в селе Васильевском довольно активная группа жителей, а это группа жителей, там, предводители Денис и Юрий, как их все зовут, да, они, так сказать, смогли организовать жителей на многие вещи. Выступили с предложением создать спортзал и открыть спортзал. Причем предложение подкупало своей новизной, как говорится. Спортзал, мы, да, на селе. Да, спортзал, да. У нас было помещение, которое мы не использовали длительный период времени по одной простой причине, то, что не находилось тех людей, которые могли бы туда зайти и принести пользу селу. И, конечно, на сегодняшний день я могу точно сказать, что такой спортивный зал по оснащению, это, конечно, у нас в округе нет. И где-то... Я уж не говорю про село в Московской области. Вот, это вот получилось так. В клубе было отремонтировано очень много помещений. И под гончарную мастерскую, и под занятия хореографией, и под занятия карате с очень трудным названием, я его выговорить не могу, честное слово. Так, и плюс для занятий изобразительным искусством. То есть на глазах произошли такие изменения, которых не было на протяжении последних, ну вот я там уже больше 20 лет, таких изменений не было. На сегодняшний день, когда ну, родился следующий проект, у нас очень красивый пруд, где-то он примерно в зеркало его около 15 гектаров, там уже жители начали облагораживать ту часть береговой полосы, которая... Ну, где купаются сами. Да, к ним, да. И то песочек заведен, какие-то формы установлены. И жителям это понравилось. Ну, а то, что им понравилось, они теперь говорят, что должен быть порядок. Я думаю, что мы сможем это сделать. У нас еще есть некие задумки, да. И он сказал, что мы будем это делать. И еще раз он подтвердил о том, что там, где есть команда в селе или еще где-то, мы обязательно, те деньги, которые на сегодняшний день будут выделяться на стратегию, так, будут освобождаться деньги из бюджета, будут освобождаться еще какие-то привлеченные деньги, да, то это будет являться как раз тем рычагом для проектирования и строительства каких-то новых объектов, проектов и так далее. Да, новых проектов. Вот есть такая пословица «прилив поднимает все лодки». Мне кажется, и развитие, которое сейчас в Сергиевом Посаде проходит и будет проходить. Вот мы видим яркий пример в Васильевском, да, то, что тоже есть большое развитие, и есть большая инициатива жителей. И вот эти обсуждения, как мне кажется, и как говорили люди, когда выходили, что даже будут скучать по этому, потому что такой диалог возник, и так много инициатив и предложений сейчас поступает. Вот я вам скажу дальше продолжение. Да? Рядом у нас есть поселок Мостовик. Там есть хоккейная коробка. Ну, вот тоже благодаря поручению Сергея Александровича мы там зимой встречались, зимой, перед Новым годом, до Нового года встречались с жителями и знаем, что это
хоккейная коробка требует к себе внимания. Да? Вот на сегодняшний день решен вопрос уже о том, что по освещению. Решен вопрос, кто будет делать раздевалку. И самое интересное, решен вопрос по бортикам. Все это благодаря тому, что появляются те деньги, которые могут идти на село. Потому что на село, я вот сколько лет работаю, да, на село, я не скажу, что не выделялись деньги, но все это шло явно недостаточно. Но село... нужно текущие, наверное, все-таки. Да, больше. Это текущие вопросы, те, которые. Ну да, понятно, что там есть здравпункт, есть детсад у нас, там, да, есть дороги, школа, те же ЖКХ. Школа, да, есть дорога. Но явно недостаточно. А вот именно того, чтобы было красиво, чтобы захотелось приехать и походить, погулять и отдохнуть, да, я вот думаю, у нас эта прогулочная зона, она будет очень, вернее, наш парк, так сказать, Васильевский, да, там вот нынче отремонтирован памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. То есть вот этот парк, он будет таким культурным оазисом, который там будет красиво. Ну, я думаю, пруд тоже. Обязательно приедем потом к вам погулять, все покажем, да, по нашему телеканалу. Это, да, там можно, да, будет погулять. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня, да, в студию. Я напомню, в эфире была программа «Интервью». У нас в гостях депутат Совета депутатов, директор ЗАО «Племрепродукторы Васильевская» Сергей Горячев.